мое новое видео My Little Pony, которое будет называться «День рождения принцессы». И что, поехали! Доченька, 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 вставай! Мам, чего? Доченька, вставай, у тебя сегодня день рождения! Что? 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 У меня день рождения? Как я могла забыть? Да, у меня же день рождения. Вот именно, дочка. Поэтому давай собирайся, а точнее не собирайся, просто стой, и сейчас ты увидишь, что я для тебя подготовила. Ну что, как обычно, тортик и гору подарков? Нет, этот день рождения для тебя будет незабываемым. Поверь, уж точно его не забудешь. А что? Ладно, пойду еще посплю. Ням-ням-ням-ням. Ваше Величество, Ваше Величество! Быстрее вставайте, Ваше Величество! Что? Что-то произошло? Ваше Величество, вы что, не знаете? У вас же сейчас коронация будет! Что? Что? Да, Ваше Величество, вы что, забыли? У вас же будет коронация! Какая коронация? Я ведь принцесса, еще... Да, у меня же должна быть коронация. Нет, я не готова. Почему вы меня заранее предупредили? И это был мамин сюрприз? А, возможно, так, Ваше Величество, но мне сейчас совсем не до сюрпризов. А, пожалуйста, собирайтесь, идемте в ванну. А, вас сейчас помоют, потом причешут и много всего такого. Поэтому у вас очень тяжелый сегодня график, поэтому быстрее в ванну, Ваше Величество. Да, конечно. Заправите постель. Да, Ваше Величество, бегите. Бегу. Бегу. О, здравствуйте. Ваше Величество, здравствуйте. Вы пришли так. Давайте сначала помоем голову вам, а потом копыта и все остальное. А у меня правда мало времени? Вообще, что происходит? Как это вообще? Почему мне никто не сказал ничего? Простите, я не должна ни была ничего вам говорить. Ваша мать сказала, что она сама вам все расскажет. Поэтому прошу вас, сейчас быстрее залезайте в ванну. Я вам сделала гречную маску и помою гриву. Да, хорошо. Прекрасно. Так, сейчас. Пару минут. Так, Ваше Величество, все готово, вы можете вылезать из ванны. Ну, я вам помогу, а то у вас огуречная маска. Ваши волосы помыты, все. Вы можете вылезать. Сейчас я вам помою копыта и все, крылья и все остальное. Спасибо, хорошо, сейчас надо. Стойте, вот вам полотенце, на него вставайте. Ага, спасибо. Так, сейчас я вам попшикаю специальным лосьоном еще. Так, ой, извините. Так. Вот и все готово. Так, сейчас, пожалуйста, вставайте вон в ту ванну. Я вам помою копыта и крылья. Да, конечно. Надо как-нибудь аккуратно. Ага, так. Все. Вот, вроде вот так вот, да? Только сейчас маску вам поправлю, а то у вас неровно. Вот так сейчас. Так. Сейчас я вас полотенцами вытру. Быстрее. Флаттершей, быстрее. Ее ждут. Завтракать и уже одевать наряд. Ой, да, сейчас. Я уже почти все. Быстрее. Хорошо. А все, Ваше Высочество, сейчас я быстренько сделаю вам прическу, сниму маску, и вы
идите завтракайте, а потом... Нет, точнее, бегите сначала, одевайтесь. Вам сейчас дадут красивый наряд к вашей коронации, к вашему дню рождения. А потом бегите быстренько завтракать, а потом вам все расскажут. Хорошо. Пожалуйста, Ваше Величество. Что это за прическа? Что это за прическа? Что? Что? Ну, ладно, допустим, сойдет. Извините, мне приказали делать такую прическу, поэтому я тут невиновна. Эх, я понимаю, куда мне дальше идти? Дальше идите к вашему дизайнеру. Она вам подготовила красивое платье для коронации. Ладно, хорошо. Спасибо. Всегда пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, я пришла как смогла. Хорошо, что вы хотя бы пришли. Что же вы так опаздываете? Я вас уже жду, наверное, где-то час. Представляете, как гости? Вас ждут долго. Гости? Сколько гостей? Сколько вы пригласили? Да шучу. Гости только собираются. Ваша коронация назначена на 12 часов. А сейчас только 10 часов, не волнуйтесь, мы все успеем сделать. Как 10 часов? Я не успею. Что если не успею? А что если я опозорюсь? Успокойтесь, Ваше Величество. Все будет сделано на высшем уровне. Пока предлагаю вам выбрать украшение, которое бы вы предпочли одеть на вашу коронацию. Да, тут так много украшений, и они все очень красивые. Но... Поймите, я просто не хочу такой, как бы, красоты. Я вообще, по сути, не хотела короноваться. Я даже не знала об этом. Поэтому я, наверное, откажусь от всех этих украшений. Предпочту просто какую-нибудь юбку и все. Не смешите мои копыта, Ваше Величество. Эти юбки — это просто ваша обычная одежда. А вот, вот этот вот шикарный вариант, вот это платье, приготовленное специальной ткани, привезенной с дальних стран, вот это ваш коронационный наряд. Что? Вот это платье? Ой, но оно какое-то слишком пышное. Ну да, оно как раз для вас, для вашей коронации. Ладно, я тогда, наверное, ободок, может быть, хотя бы вон тот одену. И вот этот цветок, наверное, чтобы было под стиль. Ха-ха, не смешите меня, это же все ужасно. Я вам лучше сама все подберу на высшем уровне. Вы ведь не против? Нет, конечно, просто побыстрее бы, а то, мне кажется, у меня времени не хватает. Конечно. 1 minute. О, идеально. Да, они слишком ли тут всего много? Просто мне кажется, или здесь, ну, прям совсем много чего. Потому что, ну, как бы просто платье хотя бы. И не знаю, что-нибудь на копыта, кольцо, это еще ладно. О, Ваше Величество, не говорите глупости, вы должны выглядеть идеально. А вы выглядите идеально. Прям как ваша мать на коронации. Ну, идите, идите, позавтракайте, а потом покажите всем, какая вы красивая. Да, конечно. Все, до свидания, спасибо. До свидания. Фух, моя комната, тут все так же спокойно и хорошо. Ваше Величество, Ваше Величество, быстренько завтракайте, берите, что хотите. Вот я принесла. Так, быстренько завтракайте и бегите на коронацию. О, уже пора? Да, посмотрите на время. И вправду пора. Так, что же мне съесть, что-то не съесть? Не бойтесь, ваш торт и все остальные подарки будут после вашей коронации. О, да, конечно, хорошо, да. Все, я тогда пошла скажу вашей матери, что через 15 минут вы будете готовы выходить. Да-да, конечно. Все-все, я побежала. Как обычно, это не то день рождения, которое я хотела.
Да, конечно, повезло, что я принцесса, но день рождения у принцесс проходит не очень, не как они хотят. Так, все, так, я поела. Ну что ж, пора выходить. Все же когда-то этот день должен был быть. Сколько пони! Ладно, мне надо идти. Фу, я готова. Пони Эквестрии. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отметить не просто день рождения моей любимой дочери, но и отметить то, как она становится королевой. Да-да, вот и наступило то время, когда мне надо уйти с престола. Многие пришли сюда, чтобы это увидеть. Я очень рада в этот день, что моя дочь становится такой же, какой была и я. Что ж, Искорка, надевай свою корону. Хорошо. Ура, ура, ура! Ура, ура, ура! Что ж, теперь я передаю слово моей дочери. Пусть она вам скажет что-нибудь. Спасибо, мама. Я очень рада находиться здесь сегодня, сейчас, рядом со всеми вами. Я, конечно же, вас всех благодарю за помощь и за все это. Я обещаю быть хорошей правительницей, мудрой, такой же, какой была моя мама. И я обещаю, что никогда не подведу и буду пытаться выполнить все, как хотите вы. Что ж, теперь ты можешь подниматься на трон. Покажи всем, что ты новая правительница Эквестрии. Что ж, а теперь, пони, давайте все вместе поздравим мою дочь с днем рождения! 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 Спасибо, спасибо вам всем! И хочу сказать, что я очень рада. Большое вам спасибо. Конечно, это не самое лучшее дня рождения, но оно точно станет незабываемым. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующее видео. И всем пока! Пока-пока!